боки, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Локти положим по собранию. Переднюю ногу не загружаем, не валиться на переднюю ногу. Вес тела больше на задней ноге. Одной левой рукой боксируем. Приготовились? Бокс всегда пригодится. Бокс воспитывает силу духа. И вообще бокс это красиво. Занимайтесь боксом. Пожали руки противнику. Время работает. Когда я узнала, что в МГТУ имени Баумана есть секция бокса, я решила записаться туда и просто влюбилась в этот вид спорта. Тот, кто занимается боксом, никогда не пропадет. Когда мы занимаемся боксом, я считаю, что это в будущем нам поможет. В той же армии, при защите Отечества. Это повышает моральный дух, стойкость. Мы все равно будущие защитники нашей Родины. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Секция бокса МГТУ – это лидер студенческого бокса. Заниматься здесь здорово. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. В этом зале очень приятно увидеть новых ребят в этом году. Всем желаю успеха, побед. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Поздравляем всех с началом учебного года. Сентябрь месяц, он ставит перед собой новые задачи, новые движения. В нашем университете поступило несколько интересных боксеров. Будем смотреть, что они, какой результат будут показывать в этом году. Перед командой, которая устоялась уже, также стоят высокие задачи. Ну, а тренировочки сейчас начались, все простенько. Готовимся к турниру первому октябрьскому. В декабре нас ждет турнир памяти Багаева. Также планируем несколько выездов на турниры класса А, класса Б для выполнения кандидатских нормативов. В общем, все любимые для всех тренеров задачи по совершенствованию спортивного мастерства и воспитанию очередного поколения боксеров, спортсменов, студентов. В настоящий момент мы продолжаем повышать спортивное мастерство как боксеров-новичков, так и членов сборной команды. У нас две команды, младшая группа, это вторые и третьи разряды, и старшая группа, первый разряд, кандидат в мастера спорта и мастера спорта международного класса. Это старшая группа. Обе группы готовятся к главному нашему соревнованию, главному соревнованию года, это первенство вузов, которое будет проходить в апреле месяце.
берет его, направляет. Не в себе, ты в себя бьешь. Вот так бьешь себя. Нет, ударил. И целит его так же сбоку берет. Маршрут делает ближе.